лайфхак, да? То есть если мы начали сбраживание по красной схеме, вся шапка ячменная у нас, вот она вверху, вся буквально. Там внизу, может быть, там какой-то там 5% что-то опустилось. Началось брожение, дрожжи забродили. Да, они, конечно, почти все в шапке, почти все. Но если мы берем ковшик, любую ложку, мы эту шапку снимаем, удаляем, у нас остается практически сусло чистое. То есть у кого нет ПВК, допустим, и он боится перегонять, то есть сусло никак мы не испортим, оно продолжит брожение, дрожжей там в нем еще достаточно брожения, но мы шапку просто сняли эту, то есть всю вот эту мезгу и так далее, и удалили. Мы не потеряем спиртозности? Практически нет. Осахаривается солод, то есть весь сахар, он уже там, то есть в жидкой состоянии. А здесь в буквальном смысле сухой, влажный. Балласт. Вот такая, да, влажный такой балласт. То есть в нем литра 3-4 воды от всего. То есть во всей вот этой шапке. Можно вот так вот работать, например, у кого нет ПВК для перегонки. Например. Просто берем, снимаем, выбрасываем, это без потерь. Да, получается. Да. Но у вас там... как, потери будут там 5% максимально. Там нечего терять, потому что весь сахар у нас уже в сусле.